Проверка связи. Слышно? Лазер выключите. Хотя, может, я тебя просто так слышу. Да, слышу, слышу, нормально. Лазер выключен. Продвигаемся выше, на холм. Так, он куда молитву вставать? Я думаю, вам лучше встать за холм, за камни и как бы ждать своего часа, потому что тут все равно тепловизоры не работают, от вас как бы лучше толку, если вы неожиданно появитесь для противника. Тем более, вот у него НЛАВ ведь, да, Верт, у тебя тогда НЛАВ был? Да. Сейчас РПГ у меня. Кто хочет, вставайте чуть поближе, остальные, наверное, тут закрепляемся, пулеметчики всякие. А у кого, если у нас есть снайпер, как бы марксмен, то он повыше пусть забирается. Все, тут рассредотачиваемся, наблюдаем за городом и... Противник, скорее всего, пойдет 40-80, вот это вот, то есть наблюдаем вот так вот, потому что остальное будет другой отряд наблюдать. Город и левый фланг, как бы. То, что на 40 происходит, нам тоже надо наблюдать. То есть юг мы не смотрим, да, где башня он торчит? Там АЭС, по идее. А, нет, там никого нет. А кто у нас тут есть-то? Мы тогда с той стороны заходили. Да. Один, встаньте в направление просмотра на 180. Наблюдайте туда. Заберитесь повыше на холм. А, это Вирт, я встану на 180. Окей, принял Вирт. Всем остальным закрепиться. Бдим, и ожидаем противника. Так он называет Фривуда. Да, на связи. Не забудьте на себя... А, все, проставили. Супер. Вы уже, то есть, на месте там именно, да? Где точка? Или только двигаетесь? Примерно там уже, да. Ну, мы так примерно поставили. И если... Это верят, вижу трассера. Это наши куда-то прыгают. 340. Марит, от тебя на 300, вот на 340-330 вражеская техника. Да, и пехоту вижу. Всем внимание на 340. Марит, по огонь по своему усмотрению. Так, я только Хантера вижу, подбитый. Хантер не трогай, он уже, да, подбит. Там где-то пехота бегает, но ты так, подожди, там их сейчас киляют. Че, из пулемета, наверное, даже не пробовать стрелять? Да не, пока не пробую. Вирт, наблюдай лучше за 180, наверное, потому что сейчас могут попереть со своими обходами. Так, у 2-1 Марит уничтожили.
сейчас стреляет, по-моему, маршал. Но меня он накрыл нормально. Вир, ты жив? Да, пока жив, но по мне стреляет. Да, так он, я метку поставил, там две техники стоит. Одна, по-моему, маршал и хантер, если не ошибаюсь. Выцепить сможешь этого не хантера, а маршала желательно? Фиг знает, попробовать можно. Ну, пробуй, потому что он на меня отвлекся, он сейчас пехоту тут обкидывает. Тут рядом с нами, аккуратно.
минус 3 сделал, еще кто-то тут ползает. Гранату в меня кидали. Это где, Вирт? Имейте в виду, с юга могут идти. От тебя на западе. Я метров 100 от тебя. Я имею комнату 8. Милик. Осторожно, здесь могут быть ПТшники. Красный дым. Белый дым куда кинул, там за камнем проверь. Так, видишь, какой камень именно? Который просто одиночный такой. Белый дым видишь где? Да, вижу. Вот за этим камнем проверь, и где красный, там оттуда. Сделал.
подключиться надо, я даже бегать не могу. Стрельба вражеская на 40 от меня. Северо-восток. Фриут, а у них техника уничтожена уже, да? Понятия не имею,